Беларусь, конечно, можно любить за многое, но, по моему мнению, Беларусь я люблю за белорусский народ, за наш народ, который за всю свою историю многовековую, он добился того, что он независим сейчас ни от кого. Вот. Также за белорусскую природу, потому что такая природа только, может быть, у нас встречается разнообразная за все времена года разная. Что касается каких-то черт характера, например, белорусского народа, белорусских людей, то это, конечно, веротерпимость белорусов, их, можно сказать, чистота, их внешний облик, если сказать, люди приятные все, нету такого большого разбежки такой в, например, настроениях по отношению к каким-то другим этническим группам, которые, может быть, для других стран это и есть, но у нас такого нету. И также, конечно, дружелюбный наш народ, добрый. Самое для меня важное из истории Беларуси, конечно, Великая Отечественная война, это вся скорбь нашего народа. Несмотря на то, что прошло 70 лет, оно и сейчас помнится и в наших сердцах, и в сердцах наших родителей, дедов и так далее. Но для меня, как для человека, прадеды которого воевали, один прадед призывался с территории Беларуси, второй ее защищал, оборонял и также отбивал от немецко-фашистских захватчиков. Ну, в принципе, это событие очень значимое, и поэтому вот грядущий День независимости нашей республики, он связан с этим событием, с операцией «Багратион», с освобождением столицы и полным освобождением Беларуси.